участников. Вот ваш, пожалуйста, да. Вы вместе, да? Хорошо. Так. Ну, представьтесь, на какой вопрос вы отвечали. Так, пятый стол. У нас встречаемся. У нас, значит, по экспертизам. Это значит, что-то новое было внесено, или что-то уже пройдено, и какой-то опыт был вынесен из этого. Мы пробежались мы по столам, посоветовались, но никто ничего нам не сказал. Никто не поделился большим опытом. Единственный Заводоковский у нас район прошел организацию ТОЗов. И вот то, что они вынесли из своей работы, мы с этим только изучаем этот опыт, поэтому мы ничего конкретно сказать не можем, мы только общаем то, что прозвучало уже. Это вот они работали с ТОЗами. Работа с ТОЗами заключается в первую очередь это с населением. Вы тех людей, которые инициативны, которые повели население за собой. А такового у нас очень мало населения. Активно все ждут чего-то, что-то сделают. Привлечение инвестиций – это у нас создание условий для изменения. Это у нас только на будет земельный участок. У нас есть и какие-то льготные условия введения инвесторов на нашу территорию, чтобы была только заинтересована. И привлечение привлекательной территории, это комфортная среда, которая у нас мало развитая. И заинтересованность действительно населения, чтобы были вот они активно заинтересованы в развитии, потому что они ждут. И сами участвовали в этом. Угу. Так, пожалуйста. Подружка администрация, Евгений Николаевич. В общем, Ольга Владимировна сказала, и до того ораторы, как говорится, все позиции основные, главные, также высказали, останавливаться мы не стали. Я просто остановлюсь. В нашей ситуации, в которой мы сегодня находимся, нужно что-то новое. А что новое значит? Действительно, это создание ТОСов. Создание ТОСов, привлечение жителей к участию в жизни территории. Вот, наверное, это хотелось... Это ключевой опыт, который можно использовать, да, и компетенции. Спасибо. Коллеги, ну, есть ли какой-то опыт, который вот здесь есть в этом зале, но он там не записан? Вот ваша какая-то компетенция, которая может быть полезна всем присутствующим здесь. Или мало их вот так вот, да?